Глава 60 книги пророка Исаии. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи твои и посмотри вокруг, все они собираются, идут к тебе, сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе. Множество верблюдов покроет тебя, дромадеры из Мадиама и Ефы, все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа. Все овцы кидарские будут собраны к тебе, овны невоиовские послужат тебе, взойдут на алтарь мой жертвою благоугодною, и я прославлю дом славы моей. Кто это летят, как облака, и как голуби голубятням своим? Так меня ждут острова, и впереди их корабли фарсисские, чтобы перевести сынов твоих издалека, и с ними серебро их и золото их, во имя Господа Бога твоего и святого Израилева, потому что Он прославил тебя. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их служить тебе. Ибо во гневе моем я поражал тебя, но в благоволении моем буду милостив к тебе. И будут всегда отверсты врата твои, не будут запираться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов, и приводимы были цари их. Ибо народ и царства, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся. Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певг, и вместо кедр, и вместе кедр, чтобы украсить место святилища моего, и я прославлю подножие ног моих. И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих все презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом святого Израиля. Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил через тебя, я сделаю тебя величием навеки, радостью в роды родов. Ты будешь насыщаться молоком народов, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что я Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Иаковлев. Вместо меди буду доставлять тебе золото, и вместо железа — серебро, и вместо дерева — медь, и вместо камней — железо, и поставлю правителям твоим мир и надзирателями твоими правду. Не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошения и разорения в пределах твоих, и будешь называть стены твои спасением и ворота твои славою. Не будет уже солнца служить тебе светом дневным и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом и Бог твой славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего. И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю, отрасль насаждения моего, дело рук моих к прославлению моему. От малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ». Я, Господь, ускорю совершить это
в свое время».